Всем привет! Сегодня мы будем готовить оладьи из йогурта. Оладьи из йогурта – отличный вариант на завтрак или десерт. Я делаю на завтрак. Данного количества ингредиентов будет достаточно на 10 штук. Для приготовления нам понадобится йогурт, молоко, растительное масло, яйцо, сахар, яблоко, мука и разрыхлитель. Приготовим тесто, разбиваем одно яйцо и смешиваем его с 2 столовыми ложками сахара. Сразу нажмите на колокольчик, чтобы подписаться на мой канал. Вас ожидают новые оригинальные рецепты на моем канале. Все хорошо перемешиваем, добавляем полстаканчика йогурта. У меня не сладкий йогурт, поэтому если вы берете йогурт сладкий, то смотрите, можно добавить поменьше сахара. Затем добавляем 40 мл растительного масла. И хорошо перемешиваем. Также смотрите на моем канале другие видео рецептов на завтрак. Ссылки я вам оставлю в описании под видео. Добавляем молоко, 1 чайную ложку разрыхлителя и перемешиваем. Затем постепенно добавляем муку. Муки у меня ушло где-то 6-7 столовых ложек. Смотрите от зависимости вашей муки, добавляйте постепенно, тесто должно получиться как жидкая сметана. У меня оладушки будут с яблоком. Я люблю добавлять яблоко, если вы не любите, то можно просто не добавлять. Очищаем одно яблоко. Убираем сердцевину и мелко-мелко-мелко нарезаем. Оно практически даже не чувствуется в оладушках. Вот очень-очень мелко. Вот такие примерно кусочки должны получиться. Совсем меленькие. Добавляем яблоко в ранее замешанное тесто. Перемешиваем. Нагреваем сковороду, наливаем немного растительного масла и начинаем обжаривать наши оладушки. Примерно 1 столовую ложку или 1,5 где-то выкладываем на горячую сковороду, и когда вы видите, что оладушек схватился, подрумянился, значит, его можно уже перевернуть. Буквально 1-2 минуты на каждой стороне обжариваем. Оладушки получились воздушные, в меру сладкие, понравятся всем членам семьи, отлично подойдут на завтрак. Обязательно попробуйте этот рецепт. Всем желаю позитивного настроения и приятного аппетита!